приглашен для того, чтобы в отношении него рассмотреть материал об административном правонарушении по статье 5.16 КоАП РФ «Подкуп избирателей». Значит, инспектор по административному законодательству составил на него протокол. Значит, я вам сейчас его зачитаю. 19.08.2020 года в 14.05 село Каширское. Инспектор по ЯСУ МВД России по Каширскому району, лейтенант полиции Левецкая Виктория Владимировна составила протокол административного правонарушения номер 234-302 в отношении Бориса Игоря Борисовича 5.11.1983 года рождения. Место рождения — город Воронеж. Место регистрации — город Воронеж, улица Набережная, авиастроитель, дом 14, квартира 76. Фактическое место жительства по месту регистрации — ООО СК СТМ 141. Место работы — должность генеральный директор. Значит, дата, время, место, обстоятельства совершения административного правонарушения. 31.07.2020 года около 14 часов 30 минут село Каширское, на улице Советская, около дома 75 Каширского района Воронежской области, Борисов Игорь Борисович, 05.11.83 года рождения, зарегистрирован по адресу город Воронеж, улица Набережная, авиастроитель, дом 14, квартира 76, являясь кандидатом депутат Воронежской областной думы, осуществил подкуп избирателей путем вручения материальных ценностей в виде продуктов питания Хричковой, это Н-358 года рождения, Пономарева, Н-353 года рождения, Бугакова, ВП, 1953 года рождения. То есть совершил административное нарушение, предусмотрено статьей 5.16 Кодекса административного нарушения Российской Федерации. Гражданину Борису Игорю Борисовичу разъяснялись его права. А давайте я поясню сразу по поводу того, что я сегодня прибыл, и мне только что передали материалы дела об административном правонарушении, я даже с ними не ознакомлен. Как вы можете составить протокол об о нарушении, если я еще даже не ознакомлен с материалами дела? Вы мне их только что передали, Юрий Николаевич. Предлагаем ознакомиться с материалами. Протокол — это документ, который выносит решение непосредственно. И дать свои пояснения в протоколе. Либо отказаться. Я попросил, предоставить мне материалы дела для того, чтобы я их изучил в разумный срок, а не здесь, сидя в кабинете, и мог приехать с юристом и дать вам объяснение и все прочие вещи. Вы мне не даете такой возможности, это мои права. Вы уведомлены о времени и месте. Причем здесь уведомлен? Материалы дела мне не предоставлялись. Вы могли сюда приехать только уже с юристом. Ну, что значит могли или не могли? До тех пор, пока я не ознакомлюсь с материалами дела, не предоставляли. Я приехал, я не хочу ознакомливаться сейчас в этих сложных условиях для меня и психологического давления. Я хочу это с юристами, с квалифицированными сделать для того, чтобы они мне пояснили все непонятные для меня вещи. Вот, и все. И это мое полное право, я имею на это право. И я в первую очередь прошу, как гражданин свободной нашей страны, Российской Федерации, предоставить мне это право. В чем вы мне отказываете на данный момент? Я готов взять копии материалов дела и поехать с ними познакомиться. Мы также с вами можем связаться, телефон мой есть и прочие, как бы, мои контактные данные у вас есть. Давайте мы с вами определим какой-то разумный срок для изучения материалов дела. И я приеду, и мы все вопросы с вами и ваше, скажем так, ведение рассмотрение об административном правонарушении, тоже все это проделаем. Я не отказываюсь. Игорь Борисович, в присутствии понятых... А теперь вы привели понятых. Я не могу сейчас ознакомливаться с материалами дела. Вы привели незнакомых людей. Я нахожусь в отделе полиции. Я человек, который являюсь зарегистрированным кандидатом в Воронежскую областную думу. Это неправомерно с вашей стороны. Это неправомерно с вашей стороны. Я сказал, что я хочу. Я хочу, чтобы мне предоставили материалы дела для ознакомления. Дали для этого время. Нет, я не могу ознакомиться здесь и сейчас. Вы меня к этому не принуждаете. На сегодня для составления протокола. Меня должным образом не оповестили. Я приехал сам сегодня сюда добровольно. В итоге вы сейчас пытаетесь составить протокол об административном правонарушении в отношении меня. А по материалам дела, которого я не знаю. Я хочу изучить эти материалы. И приеду к вам в любое удобное время. Мы с вами договоримся. И дальше продолжим нашу беседу. Вы отказываетесь? Я не отказываюсь ни от чего. Я хочу, чтобы мне дали возможность временную ознакомиться с материалами дела. Вы мне даете такую возможность?
Нет, материал будет оформлен нет. сегодня. Вот, видите, вы мне такой возможности не даете. Вы меня привели, либо хотите... Либо вы отказываетесь. Ну, почему вы ставите меня перед выбором? Либо я подписываю, либо отказываюсь. Я хочу свои права, чтобы не были... Мои права, чтобы не были ущемлены. Я хочу непосредственно знакомиться с материалами дела. Для этого мне нужно время. И моим юристам. Вот и все. Это мое полное право. Уважаемый Гудайсович. Мы вам сделаем копию протокола, копию материалов. Как вы можете есть, составить протокол об административном правонарушении? Для того, чтобы ознакомиться и обжаловать наши действия. Пожалуйста, пользуйтесь законодательством. У вас есть законные сроки для того, чтобы обжаловать. Да при чем здесь обжаловать? Как вы можете вынести мне протокол? Как вы можете мне вынести протокол, если я не давал объяснений? Я хочу разобраться в этом. Пояснение. Я не могу сейчас дать пояснение ввиду того, что не ознакомлен с материалами дела. Вот и все. Дайте мне возможность ознакомиться. Я дам свои пояснения, и мы с вами решим, будем ли мы составлять протокол или отказной материал напишем в административном правонарушении. Я не уклоняюсь абсолютно. Я нахожусь в отделе полиции, Каширское село, Каширский район, Воронежская область. Я приехал сюда к вам. Послушайте меня. Да. Я вам напоминаю, пока вы снимаете, что я являюсь субъектом оперативно-розыскной деятельности. Я вас прекрасно понимаю, вы меня вынуждаете к этим действиям. Я являюсь субъектом оперативно-розыскной деятельности. Юрий Николаевич, вы меня вынуждаете. Если мое фотоизображение вы меня вынуждаете. Где-то в социальных сетях. Вы меня вынуждаете. Без моего согласия. Юрий Николаевич, вы меня вынуждаете. Вы меня зажали в угол и хотите, чтобы я сейчас подписал протокол об нарушении, которого я не совершал. Я не совершал правонарушений, и это недоказанный факт. Вы пытаетесь сейчас мне это вменить. Дайте пояснение, что вы не слышали. Я дам пояснение после того, как изучу материалы дела. Я не могу дать слепую пояснение. Давайте мне материалы дела, и мы с вами встретимся, я дам пояснение. Мы вас не задерживаем. Если вы хорошо. Я не отказываюсь абсолютно. Я хочу получить материалы, копии материалов дела и их изучить. Вы мне предоставите копии материалов дела? Можете подождать в коридоре, мы сейчас все подготовим. Почему я должен ждать в коридоре? Потому что служебный кабинет. Сейчас мы все сошьем, сделаем вам копии и предоставим вопросы какие. Но мы же сделали фотофиксацию, я думаю, этого уже достаточно. Но мы еще не весь материал, не шили его. Сейчас туда приложится протокол, ваш паспорт. А как может туда приложиться протокол, если мы еще его не составляем? Потому что он уже написан. Ну, а зачем вы его написали раньше времени? Потому что вас для этого сюда и вызывали. Нет, меня вызывали для того, чтобы я мог ознакомиться с материалами дела. Еще раз. 10:00, а вы приехали в 2 часа. Послушайте, я приехал добровольно сам. Доброволен сам, для того, чтобы понять, что происходит. В 10:00 еще. Мне надо понять, что происходит. Для этого нужно ознакомиться с материалами дела. Ну, дайте мне такую возможность, разумный срок дайте мне на это. Сколько вы мне времени дадите? Мы вам сейчас все предоставим, копию, ознакомьтесь. Хорошо, все. Подождите, в коридоре. Я согласен дать объяснение после того, как ознакомлюсь с материалами дела. И только после этого давайте мы будем по вашей проверке определяться, будет ли это протокол о правонарушении, либо отказ о возбуждении административного правонарушения. Правильно? Юрий Николаевич, правильно же я называю вещи своими именами? Все объяснили. Сейчас мы подготовим вам копии всего. И, пожалуйста, ознакомьтесь. Время у вас будет. Сейчас поставим. Артем Александрович, как поступаем? Ну, я еще раз просто говорю, это противоправные действия вы сейчас осуществляете. Пожалуйста. И как с точки зрения закона, и как с точки зрения человеческого взаимоотношения. Так нельзя поступать. Сейчас мы вас позовем.